Ребята, всем привет, на связи IT-Doc. При регистрации своего Apple ID многие пренебрежительно относятся к рекомендациям компании и устанавливают слишком простые пароли. Это может привести к тому, что аккаунт Apple ID станет легкой добычей для мошенников, которые могут получить доступ к конфиденциальной информации, могут удаленно заблокировать iPhone и так дальше. Многие меня спрашивают, как быть в такой ситуации? Все очень просто, смотрите это видео и вы сможете легко изменить пароль Apple ID на iPhone и тем самым повысить безопасность своей учетной записи Apple ID. Перед тем, как начать, обязательно жмякаем на колокольчик, ставим пальчик вверх, буду очень благодарен. Да, друзья, заходите в наш Telegram, ссылку ищите в описании. Здесь вы найдете много чего интересного, обещаю вам. Итак, как на iPhone изменить пароль от Apple ID? Заходим в настройки, нажимаем на ваше имя, Apple ID в самом верху. Переходим в меню «Пароль и безопасность». Здесь жмем на пункт «Изменить пароль». Вводим код пароль экрана блокировки. Теперь дважды введите новый пароль в соответствующих полях. Обращаю внимание, что пароль должен содержать не менее 8 символов и включать как минимум одну цифру, одну маленькую букву и одну большую. Отличная работа! Вот так просто в несколько кликов вы можете изменить пароль Apple ID на iPhone. Более подробно, как защитить свою учетную запись Apple ID, смотрите вот здесь или ищите в описании. Обеспечьте надежный уровень безопасности своей учетной записи Apple ID. Друзья, а что делать, если вы забыли пароль Apple ID? Также нет проблем, смотрите, вот здесь будет ссылка, все у вас получится. Ребята, надеюсь, что это видео было полезным, обязательно жмем на колокольчик, ставим лайк, остались вопросы, пишите в комментариях или обращайтесь в онлайн-чат нашего телеграм-канала. Буду рад пообщаться и при необходимости помочь советом. Увидимся в следующем ролике, всем удачи и пока!